Добрый вечер. В эфире «Вести» Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Чекланов. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочее совещание с членами правительства республики. Обсуждались стартовые задачи по реализации национальных проектов на этот год. В ближайшее время министерство предоставит подробные дорожные карты по достижению плановых показателей. Глава региона подчеркнул, что в приоритете остается своевременное исполнение всех социальных обязательств и работа с обращениями граждан. На совещании был также рассмотрен план мероприятий по проведению года медицины. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 17 336 человек. Из них 15 648 выздоровели, 707 человек госпитализированы. Сейчас по всей стране идет массовая вакцинация от COVID-19. Медицинские работники прошли ее первыми. А вот как относится население к вакцине, какие реакции по ее введению были замечены, какие противопоказания и достоинства, об этом расскажет Альбина Ламкова. 9 октября первый этап, 30 второй этап. Я имею иммуноглобулины G. Я вот вам покажу. Четкая полоска. Полоска. И перенесла прекрасно, живая, здоровая, вот нахожусь перед вами. Жизнь должна быть не только длинной, но и качественной. Поэтому главный внештатный иммунолог Министерства здравоохранения одна из первых привилась от COVID-19. В октябре партия вакцины «Спутник Ви» поступила для медицинских работников. И по результату ее введения необычных реакций не было зафиксировано, поясняет доктор. И это стало одним из шагов в борьбе с коронавирусом. Пандемия бросила вызов для человечества и медицины. Знакомство с вирусом и как лечить болезнь приходило постепенно. За минувший год доктора получили 9 методических рекомендаций Минздрава России в соответствии со Всемирной организацией здравоохранения. По ним изучали, сдавали зачеты. Так и прошел 2020 год, отметила Тамара Лайпанова. Весь мир объединился в борьбе с пандемией. И первые вакцины в России созданы совсем не на пустом месте. Они появились закономерно, уже на основе имеющихся разработок. Хоть мы называем новой коронавирусной инфекцией, это пандемический штамм, но как вирус, коронавирус, он известен уже давно. Ежегодно в структуре вирусных заболеваний коронавирусная инфекция, как обычная ОРЗ, занимала от 3 до 5%. И в начале века были опасные такие звоночки для человечества. Это и заболевания в Гонконге атипичными пневмониями, это заболевание в Саудовской Аравии. Вот как раз в этот период, а это 2002 год, по заказу были сконструированы первые вакцины. Здесь напрашивается вопрос, почему наша страна разрабатывала. Ответ прост. Иммунобиологическая промышленность нашего государства еще с 20 века считалась авторитетной. Ее мощности удалось сохранить и даже в перестроечные 90-е годы, отметила иммунолог. Поэтому российская вакцина была изготовлена на основе уже имеющихся данных. Сейчас особо оговаривается вопрос о вакцинации детей до 18 лет. Им пока прививка не разрешена, потому что нет клинических испытаний. Но уже есть информация, что могут быть допущены и подростки к ней. 99,9% болеют легко. Кто бессимптомно, кто легко. Мы работаем, наша детская поликлиника вот с марта как бы неустанно работает в очагах. Дети, почтальоны, они приносят своим мамам, бабушкам, дедушкам инфекцию. Настанет этап, когда разрешат их вакцинацию, вот мы их, этих почтальонов, цепь прервем. Будет ли сопровождать коронавирусная инфекция человечества? Будут ли ежегодные актуальные вакцины? И как мы будем с ней жить, покажет время, сказала Тамара Ахматовна. Отчаиваться не стоит. С пандемией можно справиться, имея коллективный иммунитет. А как известно, он приобретается двумя путями. Переболев инфекцией или же привившись от нее. Последний намного лучше и безопаснее для организма, отметила иммунолог. Сейчас активно идет вакцинация. Прививают население. Часть людей еще не доверяют прививкам от COVID-19. Делали вакцину? Нет, не делал. Нет. А собираетесь? Нет. Не делала. А собираетесь делать? Нет, не собираюсь, потому что опасаюсь за последствия. Много противопоказаний. А почему? Не делали и не собираемся. Мы еще даже не болели. Мы не знаем, что это такое, поэтому
навряд ли мы что-то сделаем. Я боюсь, потому что я как бы думаю, мало ли вдруг какие-то побочные. Смысла нету делать. Конечно, жить-то хочется всем. Дети есть, родственники есть. Конечно, буду. Обязательно буду. Уже сделал. Посмотрим через год. Посмотрим на результаты. Пока нет. Пока нет. У меня слишком много побочных болезней. Поэтому немножко восстановлюсь потом. Действительно, противопоказания у коронавирусной вакцины, как и у всех препаратов, есть. А если у человека хроническое заболевание, то оно должно быть в стадии ремиссии. Поэтому в любом случае решение о вакцинации необходимо принимать при участии врача после проведенного осмотра. Человеку с хроническим заболеванием прежде всего нужна консультация профильного специалиста, который оценит состояние здоровья и риски обострения болезни. Но с заключением все равно нужно идти к терапевту. Именно они обладают нужной компетенцией для того, чтобы рекомендовать вакцинацию или, напротив, предостеречь от нее. Такой алгоритм действий будет наиболее верным. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии осадки, мокрый снег, местами сильный, туман и гололед, налипание мокрого снегом. Ветер северо-западный с переходом днем на восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 4 плюс 1, днем минус 3 плюс 2, на дорогах гололедица. В Черкесске мокрый снег, ночью сильный, туман и гололед. Ветер северо-западный с переходом днем на восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2 градуса мороза, днем минус 1 плюс 1 и на дорогах гололедица. Фейерверк новогодних скидок продолжается. До 40% на все. Куртка в подарок. Детские меха. ТЦ «Панорама», первый этаж, город Черкесск. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Продолжаем выпуск. Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с руководителем Центра управления регионом в Карачаево-Черкесии Ахматом Апаковым. Центры созданы во всех регионах России по распоряжению президента страны с главной целью – оперативная и эффективная работа с обращениями граждан, поступившими по различным каналам обратной связи, прежде всего через социальные сети. Ахмат Апаков представил текущие итоги работы по организации содержательной части работы новой структуры, которая объединила все имеющиеся действующие в регионе ресурсы. Работе с обращениями граждан мы уже давно уделяем большое внимание, стараемся реагировать на каждое обращение и каждый содержательный комментарий. Не всегда все получается оперативно решить, но, поверьте, каждое такое обращение – это сигнал для власти при принятии решений и при планировании. Надеюсь, команда Центра управления регионом поможет вывести эту работу на качественно новый уровень, рассчитывая на то, что с каждым днем оперативность и качество отработки обращений граждан будет только расти, сказал глава. Возможность пройти через контрольно-пропускной пункт, приоткрыть занавес и уже не из сериалов, а наяву узнать, как работают сотрудники полиции отдела МВД России по городу Черкесску. А в рамках ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант» будущие юристы двух вузов нашей республики под руководством полковника внутренней службы Османа Кубанова провели один день в городском отделе. Они побывали в сердце отдела дежурной части, ознакомились с техническим оснащением патрульных машин ГИБДД и не только. Подробнее расскажет наш корреспондент Александра Коваленко. Ежедневно через этот контрольно-пропускной пункт проходят сотрудники полиции на свои рабочие места. А сегодня, предоставив документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, в гости на экскурсию в городской отдел спешат студенты. Будущих юристов встречает подполковник внутренней службы Осман Кубанов. Заместитель начальника отдела МВД России по городу Черкесску провел с ребятами ознакомительную беседу. Рассказал о контрольно-пропускном режиме, как сотрудники работают с гражданами, обратившимися за помощью. Оказавшись уже на территории городского отдела, студенты возложили цветы к памятнику сотрудникам отдела, погибшим при исполнении служебного долга. Минутой молчания почтили память героев. Ну а далее студентов ознакомились с техническим оснащением патрульной автомашины ГИБДД.
Наверное, многим знаком прибор. Прибор называется «Тоник» для измерения светопропускаемости стекол. Продолжая экскурсию, Осман Кубанов показал студентам, где проходит развод служб, которые заступают на дежурство, и где проходит огневая подготовка сотрудников полиции. А это сердце городского отдела, дежурная часть. Здесь ведется непрерывная, круглосуточная работа. И весь Черкесск как на ладони. И все благодаря камерам видеонаблюдения. Посетили будущие юристы помещения для задержанных лиц. Подобную картинку раньше можно было наблюдать только лишь по ту сторону экрана. Неподдельный интерес у студентов вызвала автоматическая дактилоскопическая информационная система «Папилон». На себе ребята испытали, как она работает. Давайте 4 пальца правой руки. Большой палец чуть-чуть в сторону. Сюда прикладывайте. Все можете поднимать. И все, пошла обработка изображения. Вот он сканирует вас. Вас в базе нет. Мы можем даже установить личность человека по данной базе. То есть он выйдет полностью, его данные, за что он привлекался. Как распознаются следы объекта, который оставил преступник, ознакомились студенты и с непосредственными азами работы сотрудников полиции, экспертно-криминалистического отдела, проводимых на месте происшествия. Поступает вызов по телефону или человек обращается сюда напрямую, выезжает следственно-оперативная группа. В составе следователь, оперативный сотрудник, эксперт, участковый. И начинает работу на месте происшествия. Естественно, каждое место происшествия, оно отличается от себя каждый день. Они разные. Поэтому приходится, индивидуально подходить к каждому месту происшествия. Побывали студенты и взрывотехнической лаборатории, где исследуют взрывные устройства, доставленные сюда с места происшествия. Здесь в области баллистики решается вопрос о пригодности патронов к стрельбе. Какой категории они относятся и не только. Багаж знаний в условиях акции «Студенческий десант» значительно пополнился сегодня. Приберегли ребята и вопросы для начальника отдела МВД России по Черкесску Александра Козуба, которые смогли задать лично. Акция «Студенческий десант» проходит уже в 7-й раз и позволяет студентам изучить специфику и нюансы службы, а также получить достоверную информацию о работе отдельных подразделений полиции. Возможно, после ознакомления с работой подразделений городского отдела МВД у студентов после окончания вуза возникнет желание поступить на службу в органы полиции. Очень бы хотелось, чтобы вы на примерах работы подразделений убедились, насколько эта работа ответственна. Иногда она связана с риском для жизни. Она бывает иногда очень тяжела. И люди, которые работают здесь, вкладывают душу и сердце для того, чтобы на улицах нашего города был мир, спокойствие и порядок. Познавательная беседа завершилась увлекательной игрой в пейнтбол. Александра Коваленко, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия. Ради жизни на земле соблюдайте ПДД. Под таким названием прошло профилактическое мероприятие с учащимися 3-й общеобразовательной школы Усть-Жигуты, где представители ГИБДД по Усть-Жигутинскому району побеседовали о правилах дорожного движения на дорогах республики. Ребята продемонстрировали свои знания ПДД в различных конкурсах. На мероприятии побывал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Мы же не знаем, после желтого что будет гореть. Да? Может гореть красный или может гореть зеленый, да? Мы ждем, когда желтый отключится и загорится, чтобы нам переходить дорогу зеленый, да? Дети чаще, чем взрослые, могут пострадать, если перейдут дорогу на красный сигнал светофора или же в неположенном месте. На мероприятии школьники продемонстрировали свои знания ПДД, а также очень активно принимали участие в различных конкурсах. В игровой форме ребята быстрее запоминают правила дорожного движения и, что самое важное, применяют их в жизни. В нашем отряде учат соблюдать дорожные знаки, чтобы мы хорошо переходили светофор, чтобы не было опасностей и так далее. Должны знать, что переходить дорогу, знать все знаки, чтобы переходить дорогу. В ходе мероприятия дети решали различные задачи и узнавали значение дорожных знаков. Помимо этого, школьники представили музыкальные номера и приняли участие в небольшой сценке. Педагоги отмечают, что в вопросах безопасности ребенка нет мелочей, поэтому очень даже необходимо тесно взаимодействовать с сотрудниками УГИБДД, чтобы наши дети были защищены от ДТП. Конкретно на таких примерах, на таких знаках, конкретно вот на таком живом светофоре, как мы его обычно говорим, наши дети учатся правилам дорожного движения. Хочу сказать о том, что любое мероприятие, которое необходимо освещать, которое необходимо проводить, Мурат Мухтарович всегда с нами на связи.
рассказывает, помогает, убеждает, говорит. Естественно, конечно, то, что сегодня дети показали, результат совместного труда Мурата Мухтаровича и наших учителей. В завершение мероприятия госинспектор УГИБДД по Жигутинскому району Мурат Узденов раздал светоотражающие стикеры и буклеты с важной информацией по соблюдению правил дорожного движения. В свою очередь он подчеркнул необходимость проведения таких мероприятий, дабы снизить уровень детского травматизма на дорогах республики. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия, Узжигута. Это все вести. А прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский».